И всем привет, с вами я Александр Новасов, и сегодня я играю в Warface. И это хрен знает какая часть, вроде бы 12-я часть прохождения Warface, ну как прохождение. Просто играем, что-то тестируем, явно на костюме, и в общем, ребят, заранее поставьте лайк и подписывайтесь на канал. 4 человека не хватает, давайте проверим, давайте. Я один почему-то остался, так, окей. Один парень уже уроки делает, вы видите, наверное, там можно было прочитать. Так, у нас тут никого нету. Дальше выходим. И идем опять обратно в жопу. Так, заходим сюда. Да, офигеть. Парень, воскресенье. В воскресенье, я сейчас скажу, сколько время. 14.02 делает уроки, ребят, воскресенье. Офигеть, даже я так... Да. Я максимум делал или в пятницу, или в субботу. Никак не в воскресенье. Тем более днем, ребята. Уже 2 часа дня. Ну как, уже 2 часа дня, да? 14.00 было же. Так, играем уже. Так. Сейчас тащить будем, наверное. Но я не уверен, ребят. Не уверен. Как всегда, я не уверен. И вроде все, я настроил правильно на этот раз. С камерой, со всеми делами все нормально. Веб-камера работает, звук работает, все идеально. Так, значит, что? Давайте, 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 давайте сыграем. Мы затащим. Ну, я точнее так думаю, то, что мы затащим. Думаю, мы все-таки победим. Да. Почему я сказал «думаю»? А не думаю. Потому что... Не знаю почему. В общем... Сейчас попробуем затащить... Точнее, как затащить? Поиграть. Мы поиграем в Зенит. Попробуем его пройти. Если у нас все получится, то это офигенно. И мы, наконец-то, дойдем до следующей карты. Я не знаю, это будет Зенит, не Зенит. Будет еще следующая карта. Если мы пройдем все эти карты, мы получим какое-то оружие. Или скин к оружию. В общем, разберемся. А сейчас мы будем просто попробуем пройти все-таки этот зенит. Я не уверен, что у меня все получится, но я попробую. Так что давайте я сейчас пока что настраиваюсь. Все настраиваю. Так. Окей. И давайте, давайте, давайте уже что-нибудь делать. Так, сразу Гефест у нас 81 медик. Второй почему-то иду я. Видимо, у меня ранг самый из них нормальный. Я не знаю почему. В общем, я на втором месте, да. По рангам. В данной команде. Но дело в том, то, что я все-таки как-то тащерский, можно сказать. Все-таки я тащу. Кстати, лолчик, он прошел белую акулу полностью, прикиньте. Это охеренно. Видимо, он такой крутой, то что он сейчас будет тащить просто. Но он играет за снайпера, это минус, конечно. Я бы, когда играл бы... Вообще, если бы я играл за всю команду, то я бы взял трех этих штурмов. Медиков, в Колорадо у нас были огромные бункеры. Комплекс в горе Шайен предназначался для пары тысяч человек. По слухам, у китайцев есть убежище под Шанхай, куда можно уместить до 100 тысяч. Но эта крепость, там хватит места для полумиллиона жителей. База снабжения Блэквуд – наиболее уязвимое место в крепости. Вы должны захватить ее. Внимание! Цель артиллерии отмечается красным дымом. Бежим. Кто там? Для кого вы это делаете? Так, с ним. Так, кого-то взорвали. Твою мать. Я чуть не взорвался. Охрен. Все спокойно, так.
парализован! Фиговый профи. Это такой мой скин? Херня. Спасибо, дружище. Укрывайтесь от огня врага в процессе, когда начнете штурм базы. Тихо, не лезь. Нам нужна информация, чтобы попасть внутрь, но их защита блокирует нашего червя. Отыщите на базе терминал и установите прямое соединение. Не, я сейчас солью. Нихрена я сливаю. Я убил врага. Закрывайте кто-нибудь. Сейчас солью. Снаружи главной базы есть конвейер. Это наш путь внутрь. Сначала нужно подать энергию. На базе есть три генератора. ХП дайте. А, у меня же нет сока уже этих. Я убил стрелка. Первый есть. Куда меня палит? Я дам. Команда как же охренеть. Тихо, я дам патроны, дай. Дай. Я тебе дам патроны, дай. Тихо, ну не активируйте. Это все. Второй. Вот так. Генераторы теперь включены. Уничтожьте всех врагов до единого. Мы не можем рисковать. Интересно, я могу пулемет брать? Нет, точно. Да, сейчас будет. Убегаю нахуй. Ебать. Отлично! Теперь вызывайте подъемник. Пора отправляться в крепость. Тихо. Фу. Ладно, пока что можно отдохнуть несколько секунд. Хотя уже их сливать. Я чуть сам не слился. Это все в жопу. Так, сейчас. Так. Ясно. Я тут бы сижу, то ли вдалеке, я бы всех мочу.
хрена вы слились, гады? Вы чё слились-то все? Команда вообще топ. Осторожно, граната! Я затащил пока что. Мы не можем потерять генераторы, бойцы. Конвейер заработал. Теперь защищайте генераторы до прибытия платформы. Дождитесь платформы. Солдаты Блэквуд пытаются уничтожить генераторы. Остановите их. Снаряды врага могут уничтожить траншеи, поэтому будьте готовы к смене позиции. Осторожно, 50-й калибр! Мы потеряли генераторы. Это провал операции. Затачим. Ну, точнее, так думаю. Но я, правда, не знаю, мы затачим или нет. Ну, постараемся, во всяком случае. Ладно. Так, ну, мало опыта дается. Ладно, в следующий раз затачим. Ладно, всем... С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.